18 часов, да? Ага. Ну, ребят, ну скажите, чьи родители не пришли, или они хотели бы прийти, могут прийти, но опаздывают, потому что я не знаю, мы тогда ну, чуть-чуть 2 минутки подождем. Посмотрите, все пришли? Все, да? Ну, Светлана Владимировна, можно, да? Ну, конечно. С вашего разрешения. Ну давайте, я уже здесь составила, кто будет за кем играть. Значит, первым у нас играет Шелонцев Андрей, самый смелый. Давай, Андрюша. Он сыграет Слонов Польку, Бермен Марширующий поросята. И Некрасов веселый незнакомец. А Вась? Мы 3 с тобой работали. Да. Я думаю, что если каждый здесь еще то, что мы работали в классе, мы с тобой решили 3. Так что это не только. Так что 3. Давай 3. Thank you.
Серьезно. Такие образные пьески. Одна из водного царства, она лягушки изобразит. Другая у нас воздушная, кузнечик и курочка приземленная, да, курочка. Вот три таких пьесочки она постарается сыграть. Первоклассники сыграет нам сначала украинскую народную песню, потом контрданс и кассес и лонгшамп Душкевич вальс из бабушкиных воспоминаний.